Всем привет, друзья! С вами сегодня Шелли, Деп и Роза Хэт. Хэт, поздоровайся! Всем привет, друзья! И сегодня мы играем в игру Brawl Stars. Мы вообще решили прокачать наших персонажей и просто повыигрывать некоторые карточки там в парном режиме. Мы будем... Да, пофаниться, там развлечься. И, конечно же, вам, ребята, будет интересно. Так что ставьте лайк заранее. Я думаю, вы не пожалеете, вам этот видос точно понравится. Так, ну чё, Хэт, давай нажимай готов, и мы сейчас идем в нашу первую игру. Ставьте лайк, а то вам Роза пропишет вот так двоечку прям. Да-да-да, так что, ребята, ставьте лайки, без этого никак. Все, я нажимаю готов. И погнали. Мы сейчас, ну я не знаю, ребят, играем мы, конечно, так себе. У меня, вон, как вы можете заметить, 1500 кубков. Я не профи, вот, но будем как-то пытаться что-то делать вообще. Ну, пофанимся, по крайней мере. Да-да-да, просто поиграем, хотя бы проверим наши навыки, так скажем, вообще, на что мы способны. Так, давай-ка я сзади попробую сейчас обойти вот этих вот. Давай-давай, я с тобой, Слушай, они сильные, наверное. Они ушли. Там Кольт, а вот это кто такой? Это... Тихо, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Я снесу его. Убил. Снес. Так, давай. Убегай, прячься. Я за тобой. Слушай, нас это пропалил он тут. Эй. Аккуратненько отходи. Слушай, у него, кстати, такие, блин, дальние атаки, да, довольно. Да. А, я даже не знаю. Все, давай вот тут, может, посидим, или ты хочешь кого-то идти прям убивать? Четыре команды? Нет, я хочу сейчас убежать на самом деле. Куда-нибудь. Так, понял. Слушай, а кстати, когда ты пробел, зажимаешь. Давай вот тут посидим на меду. Когда ты пробел, зажимаешь, ты можешь, кстати, выбирать, куда стрелять, понял? Да? Да, вот зажми и поверти мышкой. Слушай, вот это ты хорошо нашел. Да, это в принципе более-менее удобно. То есть иди, бежишь такой, да, все, в целом можно играть, кстати. Так, ну что, здесь будем сидеть, ждать пока кого-нибудь? Ну, уже три команды. Ну, вообще, мы с тобой, можно сказать, вдвоем ближники. Ну, я как бы тоже ближник, можно так сказать. Ну, не особо далеко. Да, то есть я... Ой, там Шелли, ты куда, там Шелли, там Шелли, ты куда, Хэт? Все, да они тут все, все. Ой, я убил Шелли, кстати. Там Кольт, не, он меня тоже убил. А, одна команда, ну ничего, мы, в принципе, сейчас в минус не уйдем, да? Плюс 7, нормально, в принципе. Можно идти сразу в следующую карточку, давай играть снова, нажимаем, да, не выходим. Я, кстати, ранг Рози поднял, у меня уже ранг 16. А, ты же не вышел, да? Нет, я не вышел. Или в другой режим пойдем какой-нибудь. Да нет, давай в этот же. Давай. Ну, под конец можно там еще какой-нибудь один, да, там выбрать, например. Ну, да. Я даже не знаю, какие там режимы есть. То есть я там, потому что играет, можно сказать, чуть ли не в первый раз. Вот так. Погнали, вон там я вижу этот сундучок, да? Давай разрушим его, эти тоже помогут. Все, есть. Относил, давай только самое главное не расходиться. Там Шелли. Ой, блин, ее бы сейчас подкараулить, но нас уже видела. Вот это минус. Мы все еще палимся. Ладно, погнали сюда. Кстати, Шелли и Кольт, как и тогда. Да. А вон этот мистер Пи. О, это новый, кстати. Давай, поднимай. Замес, отходим, тихо, аккуратненько, давай. Не лезь, они убьют, не лезь. Так, я задефался вроде. Спрячься, ой. Слушай, по нам прям, мне кажется, все стреляют. Бери вот это зеленое. Не, там замес, там реально невыгодно туда идти. Тебе надо было ее забрать и убежать. Там просто, видишь, как это массовая атака происходит. Все стреляют и так далее. Сейчас ты заспавнишься, мы лучше вдвоем будем что-то думать. О, кстати, мистер Пи. Слушай, он вообще жесткий, интересно, ты не знаешь? Я не знаю, но я его вынес с нескольких тычек. Так, ну что, побежали, ладно, что нам сидеть? Давай, побежали. Мы же все-таки ролик снимаем. Так. Вон они, смотри. Ой. На, у него, кстати, 10... Меня снесли нереально. Меня тоже. Меня сейчас снесут. Да, там... А, я понял, что он делает, этот мистер Пи. Я все понял. Он что только не делает. Слушай, ну он меня сейчас убьет, он меня реально убьет сейчас. Смотри, что творит. Опа. Да, у меня даже ХП нет, реально, я даже ничего сделать не могу. О, ты появился, все-таки сделал так, чтобы ты появился, дождался, точнее, тебя. Ой. Слушай, там Кольт, прикинь. Я даже не ожидал. Давай, ты должен его убить. Аккуратненько. Ну там... давай, ну куда, вот видишь, что это? Они, видишь, они получили... Ну все, тебя убили. Они, видишь, все против себя, так скажем. Ну мы опять же заняли второе место, мне кажется, это неплохой результат, да? Опять плюс 7. Ну, мы опять заняли второе место. Так, все, мы здесь погнали. Куда бежим? На середину побежим или куда-то по бокам, что ли? Ну, побежали сразу на центр, чтобы прям мясо там было. Ой, да там, смотри, там вообще... Уходи лучше, я тебе говорю. Там Кольт сейчас нас подубивает. Видишь, что он делает? Он прям бесстрашный. Давай. Хэт, молодец. Молодец, Хэт, красавчик. А ты справился. А вон там это, би-би-би-би-би-би-би. Ой, подожди, ты там далеко не... Убей, красавчик. Слушай, ты вообще... Давай. Все, снес. Отлично, молодец. Сейчас отрегенься себе ХП, чтобы точно все было безопасненько у нас. Вот. И давай... Ой, там этот... Давай тут подождем его. Тихо, у нас вроде не видео или... Или видео, даже не знаю. Стой, не вылазь, давай. А вон идет. Вот давай его убьем. Готов? Погнали! Офигеть, он не ожидал, мне кажется. Давай опять сюда сядем, в принципе, нас никто не видел. А, нас осталось две команды, да?
Да. То есть мы и какая-то еще, да? Ну, блин, плохо. Мы еще вот этот тот, которого мы сейчас хотели грохнуть, mm-hmm. но. Ну вот это прям видео такое идет, не ожидает. Да, а, предупреждение за неактивность. Слушай, ты двигайся, 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 то кикни. Я двигаюсь, да. Ой, я чуть это. Давайте мы с тобой прям... играем в прятки. Блин, ребята. Ой, вон они реально ходят, вон они, да. Слушай, надо не палиться. Но нам сейчас отсюда в любом случае придется уходить, потому что зона сужается. Я даже не знаю, мы сможем ли победить. А там кто? Там какие персонажи вообще? Там Эль Прима и вот Рикка. Ну что, погнали? Ну, полетели. Давай. Ты сам там кусты. Вот сюда, беги. Вон он. Слушай, они жесткие. У них пол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты давай. Сейчас я в них прям. Ой-ой-ой-ой, хэд, блин, очень-очень опасно на самом деле, я даже не знаю. Там Эль Прим жесткий вообще сам по себе. Слушай, я не знаю, он прям тут сидит. Есть шансы. Ой, блин. Я могу в него ультануть, конечно. Давайте дождемся. На! Помогай, убивай, убивай. Все. Тихо, давай торгеймся, время есть, Давай. На него бежим. Давай. Сноси, давай. Стреляй. Ой, секунды не хватило, секунды. Ой, блин, ребят, я расстроился. Мне реально, я не знаю, она не стреляет, понимаешь? Это не дальник, это какой-то ближник. Я не знаю, как с ней играть. Давай еще раз, да, попробуем. Ну давай. Фух, ребят. Уничтожим. Ой, конечно, ребята, блин, это была ситуация реально напряженная. Зато катка мне понравилась, была напряженная катка. Мы вообще, да, в принципе, хорошо отыграли. Рика мы смешно убили, там прям бам-бам его. Да. Вот, блин, жалко, что в конце не смог затащить. Идёт такой, гуляет, и не заметил. Вон, погнали в этот, вот давай, этот. Давай, ты, сумочек. Короче, вот этот сноси, а я побежал. Ну ты смотри, там самое главное, никуда там далеко не забегай, да, чтобы это. Я нашел два сундучка. Давай, просто не слезь, самое главное. Так, все, я добыл этот сундучок, если что. Надо больше нам вот этой силы набивать, потому что реально. Там тоже роза. Там тоже давай, роза, надо больше набивать этой силы. Это реально самое главное все-таки. Вон, можно их попробовать. Давай, а, там тоже ши. Давай. На. Убили. Да, вообще снизили, супер. Пошли в кусты, отрегенимся. Пошли вот сюда, в эти кустики. Пойдем. Вообще, вот это сейчас было супер. Вроде мы. Я Шелли, ты этот роза, и мы сейчас такую же, можно сказать, тим убили. Да, своих клонов мы сейчас убили, но мы молодцы. У нас, значит, скилла больше. Уже столкновение. Давай, мы не будем ничего бояться. У нас. Давай, мы же все-таки снимаем видосик для ребяток. Ой, ты куда полез-то там один? Взял, полез куда-то. Давай. За ним. На него нельзя. Погоди, нельзя? Убеги. Все, найс. Изи, все, первое место. Супер, вообще получилось, отличненько. Да, твоя здесь команда лучше всех. Вообще, каточка была огонь. Я прям рад. Да, реально. Мне очень даже понравилось. Мне очень эта катка понравилась. Она, кстати, была очень быстро, ты заметил? Мы прям там минуту, что ли. Разнесли сразу же, просто нереально. Мы молодцы, ребята. За лайк за эту каточку. Вообще, мне кажется, прикольный видосик получится, прям супер. Так, ребят, мы сейчас зашли в новый режим. Я даже не знаю, что это такое. Что здесь нам делать как надо? Нужно собирать кристаллы и. А, у кого больше, тот выиграл, да? Да. Все, тогда мне этот режим знаком. Давай, быстрее собирай. Ой-ой-ой, там роза, слушай. Ой-ой-ой-ой, я убил её. Я забрал два кристаллика, аккуратнее, на меня Шелли бежит. Так, давай. Пацаны, как думаете, есть шансы выиграть? Ой, там эти ходят, смотри. Я могу, кстати, в них ультануть. Я не могу дотянуться. Давай. Я там всех раскидал. Пацаны, я реально там две ульты пустил. Я не дотянулся. Я две ульты впустил, чё ж такое, я не понимаю. А, где они, где... А, вон, Шелли, у них, кстати... У них шесть. Надо её убивать, слушай, срочно. Я убил Шелли, подбирай. Давай, убивай. Давай. Ой, слушай, тебя сейчас убьют там. Я убиваю, давайте, помогайте. Да быстрее, все на спавне, у нас пацан на ФК стоит, он в кустах. Я тут. Давай, помогай. Давай, я пытаюсь. Я две ульты впустил уже в них. Давай, оп. Давай, зажимаем. Давай. Все, отбегай, убегай, скорее, убегай. Все. Я начну его дамажить, если что. Так, хп. Отбегай, все, ничего. Еще один, и мы выиграем. Реально? Да, вот этого сноси, и все, Все? Убегай. Убегаем. Вот эту сносим, давай, все, отлично. Отходим, отлично. У меня, иди сюда, Хэд, будь со мной рядом. Давай, мне никак нельзя проигрывать. Давай, ты со мной стой, впуск, чтобы тебя не было видно. Так, все, и мы сейчас выиграем. Ладно. 3, 2, 1. Все, победили. Сейчас давай еще откроем кейсики, тебе тоже, да, выпали?
Да, мне выпали кейсики. А, ребят, все, мы сейчас откроем кейсики. Давай, Хэт, а у тебя сколько кейсиков всего, сундучков? У меня 4 кейсика. 4, у меня где-то 3-4 тоже. Давай, первый открываем, погнали. Я открываю, жми. Давай. А, ну, я не думаю, что здесь что-то выпадет, хотя бы просто так, чисто, чтобы закончить ролик красиво. Эль Прима. Так, здесь что у меня? А, Кольт, Поко. Кольт, слушай, 6. Ну, если сейчас не выпадет Лего, будет, конечно, смешно, но это вообще нереально. Эль Прима и Карву, да, ну ничего такого. Эль Прима. Так, все, и открываем последний сундучок, который у меня есть. Да, да, да. Дальше Нита и Барли. Роза. Мне выпало Лего! Ну ладно, я шучу. А, ребят, ну, конечно, в общем-то, надеюсь, вам этот ролик понравился. Мы с Хэдом старались. Если вы хотите, чтобы мы продолжали снимать что-то подобное по Браву там и так далее, то пишите все в комменты, мы обязательно прислушаемся, обязательно снимем. С вами был сегодня Деп и Хэд, ребят. Всем спасибо за просмотр большое. Мы заканчиваем этот ролик. Всем пока, ребят. Всем удачи, всем пока, друзья.